Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Es sind sehr interessante Aufnahmen aufgetaucht in Bezug auf Khabibs Vater, wie er über Khabib gesprochen hat, ja, und wie er damals Khabib Nurmagomedov vor allen Leuten runtergeredet hat, ja, und wirklich seinen großen Bruder, der große Bruder von Khabib, als disziplinierter, als härter trainierender dargestellt hat, aber Khabib trotzdem ja auf eine gewisse Art und Weise gelobt hat, ne? Und dann gibt es noch Sequenzen von Islam Makhachev, von einem seiner Fights bei M1, glaube ich, wo Islam halt müde geworden ist nach der ersten Runde. Und eine Sequenz, die für euch alle sehr, sehr interessant sein könnte. Und zwar von Khabibs Vater, wie er am Ende über die einzige Niederlage von Islam Makhachev spricht in der UFC. Und er sagte, Khabibs Coach Javier Mendez, wo er davon überzeugt ist, dass Javier Mendez der beste Trainer in der Welt ist. Aber er hatte ihm damals widersprochen zu sagen, Islam soll in der ersten Runde mit ihm im Stand-Up kämpfen, weil sein Gegner im Stand-Up sehr gefährlich ist. Dann wurde er ausgenockt. Und Khabibs Vater hat dann ein bisschen getrollt und meinte dann zu Islam in der Konversation im Nachgang, ja, wenn du wieder nicht ausgenockt werden willst, hörst du lieber auf mich. Und das Ganze ist auf jeden Fall extrem amüsant, aber auch spannend zu sehen, dass Khabibs Vater damals den Knockout von Islam hätte verhindern wollen. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, guckt euch den Clip gerne an, lasst ein Like und ein Abo da. Viel Spaß beim Video. Khabib ist jetzt mal Абсолютно нет. Я старше всего намного способный и умею. Имеется в виду в учебе. Три языка слов, тот шесть. Он две тренировки, он три. Ну, на определенном этапе ему надел, он добивался вольной борьбы, он добивался сухо. Все зависит от человека. Он рос медленно. Практически как родился он на ковре. И на первом этаже был зал. Ну, часто спрашивают, говорят, с каких лет ты начал? Как родился, как начал ходить, он уже ходил это так. Ходил, ударил, поймал, повалил и позицию занял. Зачем тебе вы думаете? Вышли из комнаты. Послушай сюда. Смотри, в принципе, все делал. Смотри, работай, не глупи. Вы знаете, что такое? Пострелять две брюки, погладить рубашки, приготовить первое, второе и так далее, и так далее. Ему смешно. Ему все это, сестра, мама, еще кто-то, кто-то еще и так далее. А мы это сами. В наше время это так было. Вы меня извините, я когда сажусь в метро, мне плохо становится. Вы знаете от чего? Такая молодежь, все сидят. И бабушка может постоять. Я и встану, и кого-то там нервничаю и так далее. Оттуда все начинается. Вы должны работать и работать, молодежь. Только через труд. Таланты это все гаснут, если не работают. 51% с лета уже жене принадлежит. Контрольный пакет у меня. У меня еще очень важный вопрос. Есть такое мнение, что физические контакты нормально забирают, почему они силы спортсменов. Есть у вас мнение по этому поводу? Что вы посоветуете ребятам, которые есть отношения? Вот. Вот вопрос, очень тонкий вопрос и так далее. Стараюсь раньше, больше месяца, 45 дней отправить на сбор в Америку, подальше. Минимум 5 недель. Неправда. Ариан Селезион. Что есть так? Ислам Махачев сделал. Просто потрясающе. Потому что сразу начал. Там вот сейчас видели, да, что Борис Тимита посмотреть вживую. Турнирован через 38 на гран-пике тяжеловеса. В моей работе, я считаю, самым большим провалом, это я согласился с Хавьер Мендезом идти в обмен, когда дрался Ислам Махачев. У меня подошел Ислам, может быть, я пойду в обмен, буду рисковать. Я сказал, отдай перераунд в крайнем случае, но ни в коем случае нельзя идти в обмен. Он очень опасен в первом раунде. На что Хавьер сказал, Ислам готов, дай ему это сделать. Я махнул головой, не соглашался. И в течение недели они уговаривали, мой ученик и мой напарник, тренер Хавьер, я считаю, на данный момент это лучший тренер мира, после него только я в Европе и в России. Поэтому
Я написал в своем дневнике и заставил написать обоих. Я не был согласен с этим планом. Ислам Махачев рухнул, упал, это первое его поражение. Поняли, да? Поэтому Исламу говорю, в последующем, если хочешь падать, иди без моего согласия.